dvhub.ru. Добрый вечер. Скажите, какая, по вашему мнению, самая немужественная профессия? Я думаю, актеры. Продавец. Учитель начальных классов. Почему вы так думаете? Что я учитель начальных классов и не хочу, чтобы были мужчины учителя. Немужественная? Да. Ну, наверное, официант. Почему? Ну, мне кажется, что это ближе к женщине. Немужественная, секретарная. Немужественная? Ага. Так сразу мне даже не приходит. Ну, парикмахер. Почему парикмахер? Ну, не знаю, я ни разу не видел мужественного мужчины. Самая немужественная? Да. Стриптизерная. Почему? Модель? Почему? Не знаю. Там одевается и так. Правильно. Балерун, наверное. Наверное, руководящая. Наверное, это смотря как наблюдать. Маникюрщик. Педикюрша. Мужчина-педикюрша. Спасибо. Так, ну, наверное, кондуктор. Не обязательно мужчина. В руководящей должности есть охрана. То есть, а где они будут проявлять силу какую-то, которая им понадобится. Ага. А человек как бы простой смертный, грубо говоря. Ему же приходится при определенных ситуациях надеяться на самого себя. Ага. Ну, поэтому я считаю, что эти люди мужественные, потому что они надеются, ну, не на того, кто там с ними охрана, там еще что-то, а именно на себя. Супер, теперь понятно. Спасибо большое за ответ. dvhub.ru